Рождественское чудо. Акция под таким названием собрала в детском саду номер 57 областного центра ребят с особыми возможностями здоровья, а именно с нарушениями зрения. Малыши из трех дошкольных учреждений смогли не только посмотреть рождественскую сказку, но и поучаствовать в ней. Мероприятие уже стало традиционным в нашем городе. Этот праздник предоставляет возможность встретиться всем детишкам, отпраздновать этот самый такой светлый, добрый праздник, вместе повеселиться и как-то вот подружиться с детским ребятам из разных детских садов.